Выигрыш на благотворительность. Пограничник из Букьевардинского района стал счастливым обладателем авто. Hyundai Accent достался ему после розыгрыша в социальных сетях. Долго не думая, Нурлыбек Имамбаев решил передать деньги за новую иномарку тем, кто в этом сейчас нуждается. К слову, стоимость автомобиля свыше 7,5 миллионов тенге. На днях они поступят на счет Нурлыбека, после чего он перечислит часть семьям военнослужащих Даулета Жупарбекова и Мирхана Битима, погибших во время январских событий в Алматы. Средства также будут переведены родителям трехлетнего ребенка из Уральска, который нуждается в лечении. Оставшиеся суммы поступят в благотворительный фонд. Нужно отметить, что организаторы автолотереи поддержали инициативу Нурлыбека Имамбаева и пошли ему навстречу в оформлении документов.